обещали, что у нас будут хиты. И мы выполняем это обещание. Итак, спортивный костюм Лекса. Оля, кому рекомендуешь? Я рекомендую это предложение вообще для всех, но особенно для тех, кто хочет привести себя в порядок, но... Или просто не прочь прогуляться по улице, Наденька, вот это больше для меня подходит. Свободной и яркой одежды, чтобы но все оборачивались. Это ты уже просто забегаешь вперед, мы говорим с тобой наверняка о весне, когда можно будет разгуливать вот так, скинуть эти шубы, скинуть куртки и притягивать взгляды прохожих. Ну а сейчас вы можете ходить в этом костюме дома, и мы рекомендуем вам сейчас делать покупку, пока еще доступные цены. Кстати, если у вас загородный дом, то костюм Лекса вообще незаменим. Я представляю женщину, которая с утра его надевает и занимается своими стандартными каждодневными хлопотами. Заботится о детях, готовит еду, а также убирает дома и заботится о своей семье. Это удобный, это комфортный костюм. И я бы не стала называть его только спортивным. Да, действительно, слушай, смотри, а потом можно кроссовочки надеть и за внуками сбегать в садик или в школу, или за детишками. Это целый костюм, спортивный костюм Лекса, помните? В 2015 году он был очень популярен. Сегодня мы вновь заказали у наших постоянных поставщиков для вас новую партию. Цена удерживается для вас, да еще и скидка действует. Кстати, Надя, давай порадуй еще цветовой палитрой наших телезрителей. С удовольствием порадую, потому что это нестандартные цвета для спортивного костюма. Я уверена, что вы нигде не видели таких расцветок. Это необычные, но в то же время, конечно же, эксклюзивные расцветки. Давайте посмотрим. Вот у меня в руках голубой. Но он настолько красивый, лазурно-неоновый голубой цвет. Встречайте, костюм Лекса. Далее у нас есть более сдержанная расцветка. Это коралловый цвет. Надь, я уже научилась, знаешь, как нужно ориентироваться? Да. Ну, ты наверняка знаешь, вот по этой нижней планке. По рибане, да. Рибана, да, нам подсказывает. Это коралловый цвет, коралловый. Вы записывайте, пожалуйста. И номер лота не забудьте. 087-683. А вот и третий оттенок, Надя. Третий оттенок очень красиво называется. Это изумрудный цвет. И его выбирает Вероника. Вероника носит 56 размер одежды, но посмотрите, как может женщина с богатыми формами выглядеть красиво, эффектно, ярко, стильно, модно и никогда ни за что не дала бы ей 56 размер. А вот сейчас стоп, 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 операторы, остановитесь, пожалуйста, на этом моменте. Очень важный момент. Многие наши телезрительницы больших размеров отказываются от брюк с ярким принтом. Надя, вот давай опровергнем все сомнения. Посмотри, какие стройные ноги. Почему? Давай опровергнем, потому что это мы сейчас можем говорить все, что угодно, Оля. Но картинка никого не обманет. И мы видим, что действительно на 56-м сидят эти брюки очень соблазнительно, вкусно, ярко и интересно, друзья. Да, пусть это изумрудный цвет, но посмотрите, как смотрится. Да, действительно. Ты знаешь, вообще это моя даже проблема. Вот когда я выбираю для себя брюки, я всегда переживаю вот за эту область, ну, ляшечки да, я их называю. Очень сложно мне натянуть что-либо моего размера. Ты знаешь, вот почему здесь вот они так грамотно облегают? Что это за ткань? Тянется, это не тянется? Это тянется ткань, действительно, да, это так. Но плюс ко всему, это еще и хлопок. Давайте посмотрим на примере курточки, как эта ткань здесь все-таки, на что она нам играет и что она нам создает. Давайте посмотрим. Ну, цвета мы уже сказали, очень интересные и красивые. Далее у нас мягкая молния, которая расстегивается просто за одну секунду. Давайте посмотрим внутрь. Что я здесь вижу? Я здесь вижу очень плотный трикотаж на хлопковой основе. Приятный к телу. Все-таки хлопок не забываем. То есть будет радовать ваши ощущения, если вы любите действительно по-настоящему комфортную одежду. Ты представляешь? Вот выбор. Спортивный костюм из хлопка стопроцентного. Вы когда-нибудь встречали спортивный костюм из хлопка? Это просто небывалое предложение, это просто райское предложение для каждого из вас. Вы когда вот ведете активный образ жизни, естественно, когда мы надеваем синтетику, мы преем. В нашем костюме наше тело будет дышать, правильно? Абсолютно точно, потому что хлопок гигроскопичный, он впитывает влагу, он не даст нам задохнуться, он даст нам нашей коже комфорт. Далее, давайте посмотрим и отметим тот факт, что наш костюм, наша курточка от костюма Лекса снабжена, внимание, капюшоном. Это сезонный вариант. Например, вы отправляетесь
на улицу, вы живете в частном доме, вам нужно выйти на улицу, например, покормить ваших питомцев, собаку, или дать вашим животным, которые с вами живут. Или же вы выходите на лоджию, где прохладно, где нет отопления, вы накидываете капюшон на голову, вам не нужно даже надевать куртку, потому что хлопок также еще и теплый, он дарит нам тепло. Наденька, я когда смотрю на эту расцветку, мне сейчас хочется прям скорее весны, скорее лета, скорее шашлыков, пикников. Да. Вот в таком виде появиться, посмотри, вот как все будут на тебя оборачиваться, смотреть. Безусловно. Обычно на пикник мы одеваем, что попало, что погрязнее, да, вот спортивный костюм. Ну, мы как рассуждаем, если мы едем за город, если мы едем на природу, нужно взять то, что не жалко, то, что можно испачкать. Друзья, я вас призываю все-таки всегда быть красивыми и дома, и на прогулке. Совсем скоро, как Оля правильно сказала, будут у нас и шашлыки, и встречи на свежем воздухе. Слушай, ну Вероника, я не могу на нее не засмотреться, она прям помолодела, ты посмотри, какая девочка прям стоит у нас. Спортивный костюм, который выделит вас из толпы, из 100% хлопка. Итак, друзья, давайте обратимся к нижней части нашего костюма, потому что все-таки он состоит из двух частей, и это брюки. Мы уже вам доказали, что брюки, возможно, с тройнящим эффектом могут быть до 58 размера включительно. И давайте теперь посмотрим, за счет чего. Во-первых, яркий принт, он скрадывает сантиметры. Во-вторых, здесь мягкая резинка. Давай прямо вот покажем. Так. Оп! Посмотрите! Да, Оля, не ты падай! Ты только держи, а то я сейчас свалюсь. Посмотрите, пожалуйста, это очень важный момент. Наденька, ты знаешь, вот когда пережимают эластичные ленты, животик, потом вот этот пояс, который образовывается. Вообще, я тебе так скажу, что врачи не рекомендуют, чтобы что-то сжимало наш пояс, потому что там расположены жизненно важные органы, и мы не можем их подвергать вот такому прессингу, да, вот такому давлению. Поэтому мы предлагаем мягкую резинку. Ну, знаете, что бы мы ни говорили о ткани, о крое, об удобстве, все таки самое главное здесь – это сказочные цвета. Да. Это костюм Лекса неоново-синий в моем исполнении, который я держу в руках. Коралловый, мы ориентируемся по цвету рибаны, вот она внизу, курточки. И изумрудный цвет на нашей модели.